Всем привет! Перед тем, как начнется влог, я хочу поблагодарить всех девчонок, которые участвовали в моем конкурсе. Я хочу сказать, что вы огромные молодцы. Я посмотрела ваши работы, они были замечательными. Я поздравляю двух девчонок-победительниц. Вы умнички, и ваши подарочки уже готовы на то, чтобы отправиться к вам домой, чтобы вы с удовольствием им пользовались. Всем огромное спасибо, кто участвовал в конкурсе. Не забывайте подписываться на меня в Firework, ссылку оставлю в описании под видео, и в дальнейшем вас ждет очень много разных классных конкурсов, так что присоединяйтесь. А еще в моем аккаунте Firework есть чат, куда вы можете присоединиться, обязательно присоединяйтесь. Я снимаю для Firework классные ролики, которые вы можете зайти и оценить. Еще раз повторюсь, ссылка в описании под видео, скачивайте Firework, подписывайтесь на мой аккаунт и смотрите мои видосики, и давайте общаться в чатике. Ребята, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет очередной шопинг-влог, но сегодня я решила пройтись по брендам немножко повыше класса, такие как Tommy Hilfiger, Levi's, например, Calvin Klein. Посмотрим, какие скидки у них есть, какие есть товары. Ваня на заднем плане. Так что надеюсь, все что-то в этом видео я все-таки примерю, возможно, что-то приобрету и покажу, какие у нас есть скидочки на данный сегмент. Tommy Hilfiger Tommy Jeans. И здесь есть вот такой вот пуховик. Он стоил 219 евро и сейчас за 153. Я его видела, когда он только появился в новой коллекции. Но выглядит круто. Я его мерила с ботинками. Еще вот такой вот розовый есть за 132 евро. Очень красивый. Так, давайте я, наверное, буду ходить по магазинам, выбирать вещи и мерить их и показывать вам. А не показывать на витрине, а мерить на себе показывать. Так, смотрите, я надела такую толстовку оверсайз, но размер S. Это G-Star, такая вот серая, тепленькая, с начесиком. И фишка как бы этой кофты в том, что вот тут красивый такой рукав с цветочками, с инициалами бренда, ну, такая. И эта кофта стоила 89,95, а сейчас по скидке 62,95. Я обожаю джинсы от Levi's, вот эти вот, которые на мне, это тоже Levi's. Я ношу вот такие вот, супер скини, 24 размер. И вот по скидкам такие черно-синие джинсы нашла, и цена прикольная. Сейчас покажу, смотрите, стоили они 100 евро, а продают их сейчас за 49,50. Я знаю, что они на меня подойдут, потому что это моя модель, мой размер. Вот, так что джинсы беру точно. В общем, с джинсами я ошиблась, это не та модель, у них низкая посадка, а я ношу сейчас с высокой, но вообще качество отличное, такие эластичные, приятные джинсики, вообще суперские, но брать их не буду, потому что не та модель. Еще я решила померить такую вот кофточку, это Guess, она такого ярко-красного цвета с такими вот розовыми полосочками, и цена у них... Нет, 41,94, а стоила она 69,90. Ну, красный, я люблю красный цвет, и мне кажется, он мне очень идет. Вот. Еще по скидочке нашла вот такое вот платьице. Платье лапша, я люблю подобного рода платье, вот, но когда Ванечка, мой сын, был совсем маленький, я отказалась от такой одежды, потому что неудобно кормить. Вот сейчас в течение дня ребенок меньше просит грудь, и я, в принципе, когда еду на какие-нибудь процедуры, могу носить подобное платье, и мне вот это вот понравилось с этими ботинками. Отлично прям села по фигурке. Можно дополнить ремнем, на самом деле. Горловина здесь вот белая и буквы фирмы. Так прикольно. И немножко длинные рукава, но это у меня нестандартный рост и нестандартная длина рук. Вот.
Вот, а так в целом неплохо. Сейчас еще одно от Calvin Klein. Буду мерить платьице. Так как оно выглядит, оно с горлом, тепленькое, и оно уже подлиннее. Так, и цвет очень такой красивый. Единственное, что качество, смотрите, уже все скаталось. Я померяю, но брать, скорее всего, не буду, потому что скатано все. И давайте я сразу вам скажу цену на это платьишко. Цена стоила 129 евро, и сейчас за 90 евро можно купить. Слушайте, это прикольное, и село так хорошо. Оно не прям супер в обтяжку, вот, но такое более-менее свободное, комфортное очень, с горловиной. Уже лохматая, пока переодевалась, Вот, но платье классно. Мне нравится, как оно на мне выглядит. Здорово, и с этими ботинками классно. Ну, жалко просто такую цену отдавать за такое качество. Вот реально, мне кажется, завышена цена. Очень даже. Кстати, вот это вот черное платье, которое я мерила, оно стоило 89, сейчас 62 евро. Ой, блин, мне так понравилось это платье. Но мне не нравится то, что на нем уже катышки. Не знаю, надо подумать. Вот есть еще вот такие вот юбки, тоже очень яркие. И еще есть вот такие вот юбочки. Это все от Calvin Klein. 55 евро. И такие вельветовые. А, на них что ли нету скидок? 79 евро. Бывает так, что... А, нет, есть скидка. 53 евро. Ой, 55, господи, сори. Вот, и как-то больше мне ничего не понравилось здесь, по крайней мере. Так, мы пришли на другой этаж, и здесь побольше одежды, побольше выбора. Здесь Tommy Hilfiger, такой вот кашемировый свитерочек, 74 евро стоит. Такой свитер. В общем, свитеров здесь много, сейчас буду смотреть. И то, что мне понравится по скидкам, вот этот голубой. Скидки. Сейчас буду мерить S-ка. Супер. А XS есть? Так, в Tommy Hilfiger я решила померить эту голубую кофту, но как-то меня смущает она самую малость. Но мне очень понравились джинсы. Смотрите, какие классные. И хорошо так на мне сели, с такими красными тонюсенькими лампасами, прям такие совсем-совсем тоненькие. И они высокие, и сели очень хорошо. Кстати, на джинсы очень хорошая скидка, стоили 119, сейчас за 60 практически продают. Тут рядом с Томми стенд с Армани, и мне понравился такой вот бомбер по скидке. Смотрите, какой синий. Очень красивый цвет, надеюсь, цвет хороший, ну, в общем, красивый такой атласный или атласный такой бомбер, мне очень понравился, но нет моего размера, есть только М-ка и Л-ка, и цена, он стоил 220, сейчас 110 евро стоит, я бы с удовольствием такое носила, но это... скидочный отдел, и здесь вот что есть, то есть. А велосипедки, кстати, вот Michael Kors, кто хочет, за 47 евро можно купить. Они висят, кстати, единственные. Посмотрела еще всякие свитерочки, гольфики у Michael Kors, у них цена приблизительно у всех где-то около 100 евро, 120, вот, ну, как-то все не очень. Ничему не понравилось, поэтому и ничего и не померила. И также вот всякие блестящие есть вещи, но мне, в принципе, такое праздничное ничего не нужно. Michael Kors по скидкам есть такое вот пальто за 270 евро, стоило 450, ну, очень красивое, выглядит очень здорово, но нет, опять же таки, моего размера даже померить не могу, потому что все большие размеры. Вот я добралась и до обуви. Смотрите, такие вот ботинки от Michael Kors. По скидке сейчас 150 евро стоят. Есть еще вот такие вот. Очень интересный вариант. И есть такие вот кроссы Carl.
прикольные. Ага, а где цена? Вот 131 евро. Я как сорока клюнула на самые блестящие. Смотрите, какие классные, итальянские. Я просто не знаю, как читается эта фирма, но они, конечно, бомбезные. И стоит 268 евро. Офигенные. Выглядят очень красивенько. Такие есть интересные, смешные. 178 евро стоит. Еще увидела вот такие вот кроссы-ботиночки, да? От Карл тоже. Со скидкой стоит 104 евро. Понравилось вот это вот платье-лапша с поясом, но оно без скидки. Это новая коллекция. И стоит оно 170 евро без скидки, кстати. И сзади идет замочек. Очень красивый серый цвет. Здоровское платье, но оно не по скидке. Вот такая вот красивая зеленая сумка. Ай, очень красивая. Интересно, сколько она стоит. По идее, на нее должна быть скидка. Ну, Катя, ты молодец, блин. Это не скидочная сумка, 180 евро. Я с проводами, смотрите, какую откопала кофту. Офигенную, очень красивый цвет. И вот этот принт, он бархатный. Из леопарда переходит в звезды. Очень приятный материал. И она по скидкам. Такая вот кофточка. Так, сколько эта кофта стоит? Сейчас она стоит 108 евро, стоила 155. Так, я зашла в магазин. У нас в Испании этот бренд называется Махе. Читается, как пишется, так и читается. Напишите в комментариях, как у вас в стране называется, читается этот бренд. Вот он. Здесь я выбрала вот такую вот карамельную кофту, очень необычную. В общем, вот это вот все снимается, и это получается как такой шарф, знаете, можно его по-разному наматывать на себя. И вот такие вот шортики с бархатным таким ремешком, с карманами. Тоже мне очень понравились, тоже по скидкам. Здесь вот идет все на пуговичках. Так выглядит сзади. Свитер со скидочкой. Он сейчас стоит 135. Это карамельная кофта. По скидке стоит 125 евро, но я ее брать не буду, потому что она на мне большая. Это размер 1, самый маленький, но видно, что она на мне не села. В общем, шортики на меня великоваты, достаточно большие, моего размера тоже не осталось, вообще классные шорты. Вот этот свитер, он вообще очень прикольный. Еще вот такой вот есть бренд, The Couples Jeans, смотрите, какая классная юбка, и стоит она сейчас 82 евро. Вот хочу спросить размер, померить ее, и еще мне понравилось... Вот такая вот футболка. Блин, освещение здесь, конечно. Она вот на таких вот булавочках. Тоже очень прикольно выглядит. Вот хочу, вот эту юбку очень хочу померить. Фу, все, ребят, я жутко устала. Я думаю, на сегодня это все. Я все-таки закупилась. У меня вот есть пакетики. И было что померить. И... Есть еще много чего, чтобы я хотела бы померить, но уже нет сил. И Ванечка, мой сыночек, уже капризничает, поэтому пора выдвигаться домой. Я выхожу из магазина, на улице уже темно. Ё-моё! Кстати, я была в торговом центре, который называется El Corte Inglés. Он находится на Пласе Каталунии, прямо в центре Барселоны. Фух, все, ребята, буду с вами прощаться, и пошла я искать свою семью.